Программу представляет магазин «Все для Apple Fresh Store». Да, деловая аннотация. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Ксения Шамова и программа «Да, деловая аннотация», где знакомлю вас с новинками литературы для бизнеса. Некоторое время назад на Фейсбуке я увидела, что в Москве очень популярна древневосточная стратегическая игра императоров и полководцев, игра «Го», которой уже более 5000 лет. Польза от занятий «Го» в том, что мы учимся владеть собой. Она развивает стратегическое мышление в мире бизнеса. Фундаментальные принципы, перенесенные с доски в жизнь, меняют себя и подход к ведению дел. С помощью понимания особенностей своего мышления, раскрытия индивидуальности, поиска выхода из сложных ситуаций, стратегия, тактика, игра и бизнес – в таком сочетании слов знакомлю вас с книжной новинкой издательства «Алим Бизнес». Стратегия «Го» – древняя игра и современный бизнес. Или «Как победить в конкурентной борьбе». Автор Павел Аврамов. Рекомендованный возраст 16+. В книге 420 страниц, 30 самых важных стратегических концепций «Го», 60 бизнес-кейсов, 6 частей. Все части строятся по одной схеме. Сначала называется стратегический принцип «Го», затем демонстрируется, как он работает в игре. А далее бизнес-кейсы на примерах всемирно известных гигантов, таких как Apple, Disney, Coca-Cola, а также из практики небольших компаний. Например, страница 169. В «Го» существует тактическая ситуация с MI, когда в атаке вы должны хотя бы один шаг опередить конкурента. Пример тому – история Apple и Bing. В середине 1990-х Apple искала новую операционную систему для своих компьютеров. Долгое время единственным претендентом оставалась BIOS, которую разработала компания Жана-Луи Bing. Переговоры затянулись, и в определенный момент информация просочилась в газет. И в борьбу включился Стив Джобс с операционной системой Next Step. Итак, гонка началась. Это типичный принцип «Го». Две фирмы боролись за ограниченный ресурс, и лишь одной суждено было выжить. Действия нарушили фундаментальный принцип СМЭА. Нельзя закрывать собственное дыхание. В гонке за выживание победил Джобс. СМЭА – это вопрос выживания. А значит, ситуация предъявляет те же самые требования – скрупулезный расчет и совершение любых действий только после полного анализа всех вариантов. Сегодня Apple – мировой лидер IT-сектора. Компания Bing обанкротилась и сошла со сцены. Сегодня мы познакомились с книгой «Стратегия Го. Древняя игра и современный бизнес» или «Как победить в конкурентной борьбе» Павла Аврамова. Главное – познание себя через игру, чтобы прийти к осознанному управлению собой и своей жизнью, в том числе и бизнесом, в этом заключен подлинный смысл соединения великого стратегического искусства «Го» и современной жизни. Да, деловая аннотация.